Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам предложить вот такую тему. Тема архитектуры в пейзаже, тема русского импрессионизма, поскольку, собственно, импрессионизм, национальный импрессионизм привязан все-таки к пейзажу очень сильно. И вот такие мотивы в русском мире нередко встречаются. Ну и вообще, кто не имеет дома, может мечтать о доме собственном посредством такой картины. Вот. Но самое главное, что это архитектура в пейзаже. И идея импрессионизма в пейзаже. В данном случае с национальной окрасочкой. Это художник Виноградов. Начало 20 века. И в путь. Эта работа одна из череды работ копирования старых мастеров. Поскольку совсем старые мастера, мало актуальны сейчас для осмысления живописи, конечно, актуальны, но для осмысления сегодняшних задач, ну, совсем не актуальны часто. А вот это дух классической живописи еще видно за плечами у художника, он еще мыслит как классик, но уже модернизирован для современного восприятия вполне. Смачиваю холст. Холст у меня 60 на 50. Смачиваю холст тройником. В картине очень много тенистых мест. И тенистые места как бы сиреневят у него. Это и виднеющаяся земля сквозь траву, и здание, конечно, сиреневит изнутри, хотя оранжевое, да? Но тени сами вот мы видим там, где белый, везде синий-сиреневый. Можно было бы начать с этого синего-сиреневого всю картину. Ультрамарин и розовое. Практически посередине находится конек домика. Немного белил подпустим для плотности краски. Вы видите, сразу плотнее стало. Здесь как бы акварельно, а здесь уже плотнее. Казалось бы, видим зеленый, но кладем подкладку, которая под зеленым, то есть почву. Видим рыжий, а кладем пока сиреневый цвет, как проявление тени, то есть синий, сиреневый. И во многих тенях, в принципе, тоже будет соприсутствовать этот сиреневатый оттенок. И пусть он там вообще появится. К нему подмешается темная зелень и светлая. И все вместе станут как бы уместны и едины.
Плюс коричневый. Это такой уже не непонятно какой цвет. Цвет почвы. Солнечный день, земля где-то вот такого цвета. Примерно пополам разрезает линия основания дома и вот эта вот как бы удаленная линия, то есть та, которая близка к линии горизонта. Примерно к середине она. В нашей палитре появится новый цвет. Бирюзовый. Не меняя кисти, я беру бирюзовый с желтым и с охрой. Белил чуть-чуть. Белила сделали плотнее этот цвет. Бирюзовый желтый. Бирюзовый с желтым дает очень нарядную зелень. Собственно, и нам уже не нужны другие нарядные зеленые, достаточно иметь бирюзовый. А бирюзовый хорош и с желтым, и с розовым, и прочее, прочее. Слегка припачкаю коричневый, синий, такой никакой цвет сделаю. Этим никаким цветом коричневый дал теплость цвету. И мы имеем идею неба. Цвета неба, в котором вот эта желтость коричневого растворена. Коричневый, напоминаю, у нас это Марс коричневый, темный, прозрачный. Всего белого в картине нету. То есть теперь самые светлые места – это белый в цветах, освещенный солнцем. Самый светлый белый у нас будет здесь в цветах. Поскольку это стремится, вернее, устремлено к середине и легкое смещение имеет влево, пробуем найти соразмерности у этой архитектуры. Весь этот сегмент, вот начиная от удаленного края этого
верха и до сюда. Примерно два раза помещается в остатки формата. Формат у нас тоже близкий к квадрату. В данном случае у нас еще, у меня еще на холсте не помещается. Поэтому я с чистой совестью уменьшаю в размере и даже теперь еще не вмещается. А вот теперь уже как бы вмещается. Рыженький цвет возьмем от кадмия. Теперь смотрю. Вот от этой точки до этой, то есть та часть фасада, которая смотрит на нас, это та, которая от нас уходит вдаль. От этой точки до этой примерно столько же, сколько вот это расстояние. После них еще примерно полтора расстояния вот этого. И таким образом, наверное, придется еще немножко уменьшить, чтобы было полтора расстояния, как там. Так мы строим, если у нас нет проектора. Но для тех, у кого проектор есть, это не станет проблемой. Освещенная часть крыши вот здесь. И теневая часть дома. Маленький фрагмент домика еще и вот здесь. Более темно в этой части, рыжий цвет более темный. Легкая дуга закругляющегося балкона. О, чуть-чуть. Может, там его и нету. Ну, пусть будет. Так, друзья, ну, хорошая
картиночка получилась. Так приятно на нее смотреть. Чего и вам желаю.